Здесь бывает зажулить. Даже на детской ферме вино требовалось меня. Вот Вадим знает, как старые свиньи воняют. Мы могли бы спокойно купить и заказать. Тебе рога. Не рога, да, а тебе что? Санта-Муэрта. И мне. Яичница, перец, огурчик, фарш. Взял дрон и уехал. Далеко и не быстро, да? Далеко и не быстро. Это просто был отель. Сегодня мы, ребят, распрощались с дроном. Продали дрон. Да, он у нас что-то залип. Вообще какая-то фигня. Мы его последний раз запускали во Вьетнаме, он у нас там полетал. Второй раз мы пытались его тоже во Вьетнаме запустить, и все. Да, потери сигнала. Мы побоялись, что мы потеряем его в воздухе. Вот, в ремонт отдавать его невыгодно. Я посчитал, что это нужно либо в Бангкок, либо в Россию везти. Вот, ну и после ремонта как бы уже ощущение, что он может и не вернуться. Поэтому решили продать. Сегодня удачно произошла сделка. Сейчас мы идем на завтрак. Ребят, хочу предупредить, если будет небольшой даже дождичек, мелкий, вам покажется, что, возможно, ничего не будет. Я вас уверяю, что обязательно что-нибудь случится. Окислятся контакты и все такое. И будет потеря сигнала. Нужно будет чистить, открывать, отдавать в мастерскую. Вот. Так что берегите свои дроны. Берегите. Ищем кафе. Марина на меня опять наезжает, ребята. Она говорит, ты берешь всегда одно яйцо. English breakfast я беру, между прочим. English breakfast. Она говорит, это можно и дома поесть. Что можно выбрать на завтрак? Что? Ребята, здесь, короче, пицца, бургеры и English breakfast. Что вы предпочитаете? Я предпочитаю English breakfast. Не бывает. Рисовая каша с мамой, пожалуйста. Здесь у нас стройка, ребята. Ищем кафешку. Мы прошли, которую мы обычно тусим. Вот, сейчас будем искать новую. Ну, мы специально прошли ее, чтобы посетить какое-нибудь новое кафе. Вот, везут, вот, блин, яблоки. Здесь очень вкусные яблоки везут. И манго, 4 килограмма, 100 бат. Все, ребят, нашли уютное местечко. Мы здесь уже бывали. Ну, девочка несет нам менюшку. Ой, ребят, нам меню принесли. Вот это вот здесь все есть. Здесь очень большой выбор в этом кафе. Расти жопа, вот бургеры, пончики. Вот, яичко. Посмотрите, ребят, 120 бат, пожалуйста. English breakfast с беконом. Вот завтрак. Вот это побольше. Здесь здесь тоже 3 сосиски, здесь еще бекон. Бекона нет, а здесь есть на 20 бат дороже. Я сейчас возьму, наверное, растяжопу. Сейчас возьму булку, растяжопа. Вот, ребят, есть с сосисками. Есть какая-то, вот не знаю, с какой-то штучкой красивой. Зеленью какой-то, похожей на горчицу. Там написано, значит, мясо, жареный лук, двойной сыр, луковый соус и помидоры. Еще заглядываюсь на этот киви-бургер. Марина заказывает, ребята, Марина заказывает. One chips, S. Перепуталась. И вот здесь сидят, видите, иностранцы, дедушки, попивают коктейльчики и пивасик. Выбрала Вадиму нестандартный завтрак. Не знаю, может быть, у меня сейчас будет бухать за такой завтрак. Там, в общем, у нас будет рис отварной, на нем яйцо жареное, огурчики и мясо, обжаренное с базиликом. По крайней мере, по цене он точно так же, как я предлагала взять большой брекфест. Во, принесли кофе. Ребята, уже кофе принесла подруга. Значит, взяла я бургер с картошкой фри. Вот, два кофе. И два кофе мы взяли. Еще мне молочко принесли. Не знаю, я вообще кофе не люблю с молоком, но иногда мне очень хочется кофе с молоком. Вот не знаю, пить мне сегодня кофе с молоком или не пить кофе с молоком. Тут какое-то жирное молоко, ребят, прям сливки какой-то. И смотрите. Мне очень жалко дрон. Очень жалко, потому что он такой классный, с него классные кадры. Здесь очень влажно. И он у нас лежал какое-то время без движения. И он быстрее всего у нас отсырел. И глюканул. Вот и все. Ребят, что нам принесли? Смотрите. Смотрите, какой бургер. Его валят что-то. Блин, он такой огромный. Блин, жопа большая вырастет. Это нам придется вдвоем с Вадимом есть. Это порция S, ребят. S. И мне. Яичница, перец, огурчик, фарш и рис. Сегодня, ребят, у меня тайский завтрак.
Марина посоветовала взять что-то новое, вот тайский завтрак. Давайте его расковыряем. Яйцо, рис и соус. И вот фарш такой. Попробуем. Патрапау называется. Патрапау какой-то. Патрапау. Очень вкусно. Лучше, чем мы на рынке брали. Острое? О, воды, кофе. Надо с рисом, наверное, смешать. Вообще, ребята, это же острое. Поэтому я правильно сказала, не выливать пока этот соус. А это, может, нейтрализатор. Вот это, ребят, нейтрализатор стоит, на самом деле. Острый перец. Я не знаю, я не смогу его есть. Сейчас буду пробовать бургер. Очень большой, смотрите, какой огромный. Я его разъединила. Я просто разъединила с котлета, а так вот здесь вот на подушке из уха такого лежит. Не получилось вам показать. Потому что не эстетично тут у меня в тарелке. Попробую Вадим Буда. Очень вкусно. Он фарш вкусный, но жгет люто. Нужно ехать в клинику. Сейчас поедем в клинику чистить желудок. Вот Марина бургер, конечно, красивый такой, впечатляющий. Мяса очень много и не острый. Еще картошку фри осталось. Я его разъединила, он очень большой. Я взяла вот соль, попробовать. Корежок называется. Первые мысли всегда правильные. Идешь есть English breakfast, ешь English breakfast. Нечего выдумывать и есть тайскую еду, которую невозможно есть. Вот, делаем вот такой вот вывод, ребят. Ребят, все очень вкусно. Я съел рис, мясо не съел. Марина съела бургер. Половину не съела. 1500 рублей. Шикардос, шикардос. Кофе попили, попили. Единственное, что меня спасет, если Марина мне сейчас купит мороженое. Запить, заесть, так сказать, остроту. 1500 рублей, нехило так, ничего мы не доели, доели только картошку фри. Из всего, что было представлено, ничего не могу сказать, вкусно. Но если бы я знала, что патрапау будет такой острый, конечно бы я Вадиму бы сказал бы, чтобы не острое делали. Он даже мне был острый, хоть я люблю острое все, даже мне было остро. Ну ладно, теперь мы будем знать. Но вот этот патрапау мы брали еще на Тепразите рынке. Мы когда его поели, нам показалось, что его нам приготовили из умершей своей смертью собаки. Ребят, когда захотите что-нибудь интересненькое взять вот на завтрак, интересненькое захотите взять, берите вот тайскую еду, и вы ее так и не попробуете. Ну, сахар не покупаем, я уже говорила. Мы так в кафешке ходим, нам для кофе дают сахар. Не покупаем не потому, что нам денег жалко, потому что мы в принципе не едим. Я просто когда блинчики пеку, добавляю туда сахар. Чуть-чуть, буквально вот либо одну такую, либо две такие, все. Либо сырники тоже немножко добавляют сахара, чтобы немножко вкус разбавить. Поэтому мы сахар не покупаем из-за того, что... Па! Не так, подождите. Мы сахар не покупаем не потому, что нам жалко денег, а потому, что мы его не едим. Вот. И вообще напишите нам все, кто хочет, чтобы мы провели стрим. Мы все никак не можем решиться. Страшно. Боимся, не знаю, что будем вам говорить. Выйдет это видео. Я вам задала вопрос. Кто хочет прийти к нам на стрим, кто придет, вообще, нужно ли нам проводить, пишите. Мы тогда будем проводить стрим. И напишите, в какой день недели лучше его провести для вас. И по времени. В какое лучшее время. И что вы хотите, чтобы мы... положили на праздничный стол для встречи с вами. Вот. Только пишите заранее, потому что мне надо будет купить антипохмелин. Мне же придется с вами не на шутку сидеть. Все. Это вообще чудо. Я ему говорю, съешь мой бургер? Нет, не буду. Забери, говорит, его домой. Его сейчас дома с кофе даем. В каком виде? Ну, я ему предложил вот так вот шпажку взять вот так и понести домой. Ну, а будешь как вместо мороженого тебе. Вот я в прошлый раз брала, по-моему, бомбат бургер. Да, по-моему, бомбат брала. Вот, мне очень понравился. У него соус такой брусничный. Не люблю я брусничные соуса. Вообще, вот эти красные соуса. Не очень, я и кетчуп-то особо не люблю. Так, иногда в окончику. А вот этот, который в магазине был с сирача, кетчуп. Нам, кстати, подписчики написали, что в Москве в перекрестке. Ой, не в Москве, а в перекрестке сирача и соус. Представляете? Я вообще, ты видел в Москве такой соус? Блин, просто не знаю, по вкусу такой же или не такой же. Вот.
чем там оставим? Опять магазин. Идем в DJI. Но зашли перед этим. Парфюмерный магазинчик. Выбирали. Мне дали какой-то Давидов оказался. Я нюхал его. Смирнов, Давидов, что-то вообще не знаю такого. Давно редкостный, это огурец. В общем, не можем себе выбрать духи здесь. Вообще никак. Мы выберем. Мужскую одежду мы тут не смотрели. Ну как, мы ходили в этот магазин? А мужскую не смотрели. Ну, мне такой цвет нравится. Слушай, даже. Ну вот это опять клеем. Не, нормально, это хорошее качество. 1190. Вот это отличный магазинчик. Минады были. Здесь очень интересные вещи. Обтяжка. Да. А вот смотри, какая футболочка классная. Да, большой выбор. И шорты хорошие. Почему обтяжечку? Выбирай любые. 20% скидка. О, классно. 890 бат. Такая спина. Сложу красиво. Ты что, ребят, заставлять лишний раз работу выполнять? Вот. Я потому что много лет работала в магазине. Не знаю, как складывать. Тулунки. 2000. Смотри, какие классные. 1890 будет цена. Плюс скидка. Надо брать нам половину костюм. Зачем она? Это для собак, бля. Вот колпак интересно. Вот купить колпак гнома. Нужно на Новый год все продают. Да нет, это все на Хэллоуин. Вот, тыковку берешь вот такую, все, вешаешь свечечку, у тебя красиво. На балконе висит Хэллоуин. Сейчас свечка, она распалится. Ну, эту, которая плавает. Она распалится. А, ну, если только вот здесь у тебя свечка, тебе рога. Мне рога, да, а тебе что? Санта-Муэрта. Ну, видите, ребят, мне рога, блядь, а есть Санта-Муэрта. Ну, и что мы будем делать с этим? Предлагаю такой колпачок тебе. Ну, колпачок лучше. Это на что мне такой колпачок я одену, такой ободочек? Плащи, колпаки, секиру. Выбирай, Вадим, наряд. Вот колпак. Ну, колпак нормально, можно на баке ездить на таким колпаком. Как ведь... сидеть, представляешь? А что, давай колпак померяем. Померяй, такой он женский. А, женский, а мужской? Не знаю, бывают мужские колпаки. Ребят, это не мне. Можно мне, конечно. Давайте Марине. Нормально мне идет? Круто, только вход там с той стороны. Нормально, у меня вуаль должна. А, это вуаль, быть. Типа фея, да? Вход с той стороны. Блин, вот оно истинное лицо Марины. Потому что здесь шов, шов сзади. Все, вот так вот. Вот, поводок возьму. Так сколько стоит это? $100. Короче, ребят, 100 бат все. Не, лучше красная. Санта-Муэрте. Здесь виллы, топоры. Вот колпак звездочета. Есть еще купачок вот такой красивый. Тут с вуалью. Этот без. Ну, я не знаю. Вот, видите, как у нее Санта-Муэрта. Вот это такой прикольно вот. Смотрится. Классно смотрится, да. А этот одел и ходишь прикольно. А тот колпак, ну и что? И как я его повезу? И как я его... чего? Как? Видите, она все рассчитала, все посчитала. Как ходить, где, под шлем, на шлем, в карман, в сумку убрал. Все, она сейчас выбирает, хороший, нехороший. И забирает. Ребята, смотрите. Идет. Богиня. Ну вот. Ну. Красота же. Ты прям урвала себе то, что ты хотела, да? Да. Ну, колпак, понимаешь, он как-то... Ну, что колпак? Его вести как-то еще надо. В этой же не поеду. В шлеме, в колпаке. Если колпак сверху на шлем один. Так. Баба-Яга собирает сборы, ребят. Вот, Баба-Яга собирает сборы. Фея. Вот эти шарики, конечно, интересные, но я не знаю. Вроде как свечку туда, или ну, это... Хорошо, вот это зачем? Ребята, это, короче, шарик, сюда лед. И алкоголь. И алкоголь, да, трубочку, и все, и пошел. Все, красиво, холодно. А я что-то какую-то свечку, блин, тоже мне. Или свечку какую-то. Это алка. Фейный набор будем брать? А куда мы с ним пойдем-то? На Хэллоуин. Сейчас будет. Хэллоуин завтра, ты вешай дома, вот. Прикольно, красиво. Надо купить это такую колесицу. Баба-Яга, но зато так сделано качественно. Идем в магазин DJI, ребят. А вон, нам может подняться на эскалаторе, вон он, эскалатор. Ребят, в этот магазин мы приезжаем как на экскурсию, если честно. А больше здесь нечего смотреть. Почему? Ну что тут, деневуха какая-то. Ты про 21-й этот самый терминал тоже самый говорил. Теря тут тебя нет. Да, хороший магазин. Там мороженое дают. Оказался хорошим магазином.
Пришли в DJI выбирать дрон. Авата 34 тысячи стоит, вот они. Такое тяжеленькое. И очки, ребят, видите, с очками. Еще и пультик здесь. Погоди, ну а вот этот с очками, а вон еще какой-то с очками есть. Вон. Пойдем посмотрим. Они же есть. Да? Да, это просто витрина другая. Так, а Вадим рассматривает у нас такой-то DJI Mini 4 Pro. А три уже нету. У нас был DJI Mini 3 Pro, который у нас отсырел. И сколько вот этот мини стоит? Этот? Да. 3 900. Ну вот, ребят, мы посмотрели дроны. Остановились на 4 Pro. Комплектация с одной батареей стоит 31 690 батов. Комплектация уже круче, там 3 батареи уже следующая комплектация, она уже 34 900. И пошло. Вот здесь тоже есть дроны. Но цены, хочу сказать, что везде одинаковые. Вот только мини 3 еще здесь есть. Но мини 3 он без датчиков. Вот это плохо. 0% в месяц и 800 бат. Получите кэшбэк 800 бат. Ёпта, ничего не понятно, блядь. Ребята, вообще... Что на тайском? Вообще тут смыслы такие странные. Я вообще не понимаю. Ну вот этот также стоит, вот. Авата 2. У нее один недостаток, то, что она хуже снимает в темноте. А так не знаю. Ну, кто знает, расскажет. Мне бикамера нравится в терминале 21. Там и ребята такие нормальные все. И все подскажут, помогут. А здесь какие-то они... Во-первых, здесь народу сюда дохрена. И эта женщина в очках мне не нравится. Она какая-то... Да, она злая. Мы не пойдем к ней. Обычно, когда мы что-нибудь покупаем, постоянно цена меняется. Мы купили за 18, она будет 15 через день. Мы купим за 15, она 10 будет. У нас всегда так. Ребята, короче, просрали мы закат. Да, ну, обычно. А может нет, потому что здесь стекло матовое стекло. О, помню так, ребята, прям как в Египте. Опять вот эти моющие средства. Мы сегодня в одну комнату заходили, и там пахло так, и здесь так пахнет каким-то моющим средством для пола, как будто. Запах очень приятный. Вышли на набережную Паттайи. Вот закат, ребят. Видите? Был когда-то. И вот начинается массовое гуляние. Все, сейчас идем на Хэллоуин гулять, ребят. Вон туда вниз. Хэллоуин завтра. А, Хэллоуин завтра. А мы начнем сегодня гулять. Марина, хватит угорать. Мы начнем сегодня, ребят, гулять. Да, мы сейчас зайдем, короче, на Уолтон Стрит. Такое название, блядь. Так запоминал долго, блядь, полгода. Уолтон Стрит. Марина меня научила. Вот, сейчас на Уолтон Стрит пока погуляем. Ночь гуляем, потом утро мы гуляем. Вечером уже будет Хэллоуин. Будем отмечать опять гулять. Жизнь пенсионеров. Жизнь пенсионеров. Не знаю, хватит сил, не знаю. Хотя бы вниз спуститься. А, мы сейчас поедем еще в терминал 21, да? Он здесь рядом. Следующее здание буквально. Да? Не знаю. Мы же вроде по ценам уже определились и поняли, что везде дают рассрочку по кредитной карте. Ты, получается, берешь кредитную карту. А как ты берешь? Она что, с деньгами будет? С деньгами? Нет, там без денег. А как? Кредитная карта без денег. А, без денег? Да, у них другая система. Кредитную карту. Мы потом вам расскажем, ребят, когда мы будем это делать. Очень интересно. Берешь без денег и отдаешь потом без денег. Очень удобно. Нет, взял без денег, отдал без денег. Взял и дрон, телефон и уехал. Кредитную карту много чего можно так купить. Конечно. Без денег, которые... Дрон, телефоны, машину, квартиру. Да, мы сразу прыгаем в тачку и уезжаем домой. У нас самолет. Сейчас наберем побольше. Мы стоим здесь, я курю. А здесь, оказывается, штраф 2000 рублей. Представляете, батов. Рублей, батов, додонгов. Все, мы здесь больше курить не будем. Сейчас вниз спустимся и там... Погуляем, подышим. Как мы будем спускаться? Сразу или мы за байком пойдем? Или здесь? Пусть мы сейчас погуляем немножко. Да? Да. Давай немножко погуляем. Ребят, сейчас спускаемся к набережной. Вообще тут народу столько. Забавно, да? Посмотрите, как красиво. Центр Паттайя ночью. Отель Хилтон. Кто-то говорит, но на сцене никого нету. Ну вот, посмотрите. Вот, праздник бегунов скоро начнется. Побежим по набережной. Бикини. Да, в бикини так побежим. Этого, ноября. Мне только бикини не очень подходящее. Нужно такое, чтобы стрингеры были. Ну, я тебе возьму, знаешь, какие есть?
вот твой джентльмен в такой ячейке лежит, джентльмен в ячейке лежит, попочка голенькая, на таких подтяжечках, вот здесь вот сисюлечки, сосисочки закрыты, может просто обалденно, вон, мальчики бегут. Блин, я так мечтал о таком купальнике. Все, Марина мне возьмет такой купальник, сисюлечки там, пипюлечки там. А, джентльмен, чтобы... Все, ребят, чтобы у меня все было нормально. И тоже, кстати, к празднику. Он везде. Все готовится, видите. Вот крокодилы. Так, крокодилов мы не будем. Такой вот барчик прикольный. Прям хочется сразу посидеть здесь. Да, он мне и днем-то нравился, а да, вечером сейчас вообще, когда горит огнем, вообще так, супер. Сел так, попил, типа, коктейльчик выпил, бокальчик. Музычка здесь такая приятная еще играть. Да. Вот эти пальмы закрыты. Знаешь, такое ощущение, что как будто мы не на улице, а как будто декорация. Как будто это не настоящий человек. Вот. Сзади пак, как будто декорация. Скажешь? Очень красиво. Вообще охеренно. Красиво, а именно охеренно. Ребят, здесь просто херануться можно. Мы херанулись уже с Мариной за сегодняшний день. О, сейчас нам еще дорогу перейти, тоже херануться. Мы бы в Вьетнаме были. Тайскую дорогу. Да, кстати, мы были во Вьетнаме. Пойдем, Марина. Нам ничего не страшно. Блин, Марина у меня вообще бесстрашная. Бежит как конь огонь, блин. Жалко, опять на закат не попали. Никак у нас не получается закат. Мне кажется, даже без заката красивее, чем с закатом. Хэллоуин едет. Вот он. 31 числа, ребята. Ребят, короче, мы проезжали эту овечную ферму. Сколько раз мы все, эту овечную ферму, да, проезжали. Надо зайти, надо зайти. И вот мы на эту овечную ферму заехали, она, кажется, не овечная ферма, а обыкновенный отель. Вообще, нас такими лохами быть. Еще главное удивляемся, что с нас денег не берут. Мы же знаем, что 100 бат. Вот стоит. А это вообще в другом месте. Блин, а ночью здесь движение еще хлеще. Вообще, посмотрите, ночное движение. Какое серьезное. Ребят, сейчас, короче, зайдем еще на рынок. Посмотрим, есть там маски. Мне холодно, сейчас дорогу быстренько перебегаю. Одним глазком сейчас глянем. О, блин, здесь роскошь какая. Вот она. Все новое. Кто продает-то? А, ушел? Ладно, парень ушел, сейчас придет, спросим. Так, что-то здесь сувенир, это что-то не пахнет, здесь только одни какие-то наряды. Блин, сейчас Марину не могу собрать в кучу, она что-то расстроилась, там какой-то хуйло написала нам. Неприличные какие-то колдовские, блин. Еще хуловин не начался, уже какие-то колдовские магические заклинания написали. Надо вот где-то, я сейчас буду блокировать. Нет, я такой сразу блокирую, даже без разбора. Подписчиков у нас без подписчиков. Я буду сразу блокировать. Мне такое дерьмо не нужно тут. Представляете, как она разозлилась? Ребята, все, сейчас готова порвать. Не, здесь только шмотки. Ребята, здесь только одни шмотки. Хотя бы какие-нибудь шмотки черные такие. Ужасные купить. Что, вот, видите, здесь уже есть. Вот маска классная. Вот это маска, да, вот такую не жалко денег отдать. Ребята, мы, короче, могли бы спокойно купить и заказать празднику на Лазаде. Все, ребят, мы пришли. Все, вот здесь есть маски как раз. А, это не продается, наверное. Здесь только платье продается. Смотрите, вот. Вот это маски здесь страшные. Черепа маски тут все. Здесь такие вещички зачетные. Вот здесь, конечно, и надо покупать. Посмотрите, вот платье. Вот такое платье. Как раз Санта-Муэрта будет выглядеть идеально. Смотрите, какое оно яркое. Санта-Муэрта юбка, смотрите, ребята. Легкая, крутая, красивая. Все, Испания. Здесь такое все яркое. Стойте. Ну, там Растаман сидит какой-то.
Блин, какой крутой чувак, посмотрите. Он, по-моему, шьет их. Потому что все индивидуально. Хороший магазин, мне нравится. Такие вещи прикольные. Как он делает это мята и все. Майтай. Классно, что они что. Я себе выбрал, ребята, вот такую вот беретку, чтобы дреды свои убрать туда. Прикольно. Шапочки, трусики. Ну, классный магазинчик. О, какой красивый. Ну, там блохи не ползают в волосах. А масочки вот, пожалуйста, можем масочку. О, она как резиновая. Прежние масочки. Эксклюзив. Красивые. И такие карманы большие, широкие. Разные цвета. Есть коричневые еще. Тоже прикольные. Удобные цвета, да? Цвет вообще удобный. Вот. С манью вот так. Да, да. И коричневые такие. Но они просто такой материал. Нет, эти легкие. Тоненькие. Все с Бобом Марли. А это, кстати, не он выходил-то сейчас? Куда он делся? Да он вышел, короче. Он вышел, короче, из этой комнаты и зашел вот сюда, в другую дверь. Что, другая дверь или что, это лабиринт какой-то? Все, такой лабиринт сделали. А, это да, это один и тот же магазин, ребят, прикольно. Да, так прикольно сделано. А это что такое? Юбка? Джинсовая. Ну, бреешь, конечно, в таком. Но ее не стирать ничего нельзя. Один раз одел, больше... Ребят, растаманы не моются и ничего не стирают. Кто это говорит? Кто это? Я подумал, кто это говорит, а там женщина стоит. Пришла, не было. Один там какой-то красавчик был. Да, все, ребят, мы уходим. Одно место нашли. Ну, там масочка есть маленькая, мне понравилась, но она нам очень маленькое лицо. На тайское. На мое сибирское рыло не подойдет. Сибирское рыло. Да, такие маленькие масочки нам не подходят. Нам обычно большие нужны. Прямо вот с медведя вот прям срезают вот такие маски. Все, ребят, на сегодня пока. Увидимся завтра. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии ваши. И до новых встреч. Пока. Чао, пока.